Подведены итоги проекта «Кадыр Козуна». Его цель – широкая пропаганда творчества знаменитого поэта. Большую поддержку в реализации оказали в областном управлении культуры. На заключительном вечере выступили победители конкурса, которые являются большими ценителями поэтического наследия нашего земляка. Кадыр Мырзаали – поэт, который прочно занял свое место в казахской литературе. Целью данного проекта было не просто популяризировать его творчество. Главное – привлечь молодежь к этому делу. Проект стартовал 1 декабря и состоял из 6 этапов. Завершился он 27 числа прошлого месяца. За месяц было проведено 6 конкурсов, 2 из них были регионально-республиканскими, 4 – областные. Все они нацелены на пропаганду творчества Кадыра Мырзаали. В них приняли участие более 300 человек. Благодарю всех участников за активность. Итоги проекта подведены, но он найдет свое продолжение и в текущем году. В конце 2024-го планируется провести большое заседание для более детального изучения творчества поэта. По итогам планируют выпустить сборник. Также в ходе мероприятия была отмечена творческая группа телеканала «Акжаик», которая в самом начале проекта сняла документальный фильм про Кадыра Мырзаали. Мы съездили в Алматы, там представили этот документальный фильм широкой публике. Хотим выразить огромную благодарность коллективу областного телеканала «Акжаик». Журналисты внесли значительный вклад в создание такого фильма. А со своей стороны мы приступили к подготовке празднования 90-летия поэта. В этом году юбилей у его супруги Салтанат Апа. Мы хотим пригласить ее к нам и поздравить. В мероприятии, посвященном завершению проекта, участие приняла творческая интеллигенция, а также поклонники поэта. Стихотворения поэта, особенно о родной земле, пропитаны историей. В каждой строке он повествует о жизни наших предков. Если Кадыр – это наша визитная карточка, то я считаю, что центр Кадыра – это его печать. Также в ходе праздничного вечера директор общественного фонда Кадыра Мырзаали Дони Далькажимов вручил нагрудные знаки людям, добросовестно работавшим в этом центре с момента его открытия. Среди них Жамиха Бергенбайкызы и поэт Айнабек Бисингалиев. Почетным гостем мероприятия стала сестра поэта Куляш Мырзалиева. На вечере исполнялись песни, прозвучали стихи, также выступали молодые актеры из театральных кружков. Алик Великий, Рустам Ищанов, Алихан Исказиев, Акжаик Акпарат.